А все-таки радостно, что у нас прямой эфир и довольно демократичная обстановка в студии Тутбай ТВ, потому как рядом со мной уже появилась гостья. Самые разные мероприятия нас на этой неделе ожидают, не только концерты, не только кино, но еще и танцы, и спорт одновременно, и единоборство. В общем, школа КПР и ФИКАШ будет отмечать свой день рождения, и приветствуем в студии Агата, руководитель данной школы. Ну, для начала, добрый вечер. Boa noite para todos. Мы любим на португальском говорить, поэтому это значит добрый вечер для всех. Конечно, день рождения – прекрасный праздник. Как вы собираетесь отмечать? Я так поняла, у вас довольно насыщенная программа ожидается. Она будет интересна только тем, кто занимается капоэйрой, или рядовому нашему зрителю? А вот в том-то и дело, что мы уже давно отошли от темы делать только для себя мероприятия, потому что, когда они получаются с каждым разом все лучше и лучше, начинаешь задумываться о том, что, черт, почему этого минчане не могут увидеть? Почему любой желающий не может влиться в нашу, в наше движение, в нашу тусовку и просто почувствовать себя счастливым, как это чувствуем мы. Вот. Поэтому уже достаточно давно мы начали делать вечеринки. То есть, ну, правда, нашей школе уже 8 лет. Бесконечность такая. Вот. И за 8 лет мы сделали уже 10 вечеринок. Ну, понимаете. Одна в год. Одна в год. Все уже успевают все забыть. Нужно хорошо подготовиться. Но тут случилось кое-что такое. Я в этот раз, я люблю в Бразилию ездить иногда за знаниями, за атмосферой, за настроением. Приехала я в этот раз из Бразилии осенью. И не понимаю, почему в Минске так мало мероприятий? Почему негде пойти? То, что я люблю, вот это послушать или потанцевать, и все такое. Сделай сам, если хочешь, естественно, да? Наша формула обыкновенная. Хочешь веселиться, сделай себе веселье сам. Хочешь что-нибудь, сделай это сам. Вот, и поэтому родилась такая идея. Вообще, наша Feel Brazil Movement, движение «Ощути Бразилию», вынести вот в массы. И мы решили каждые два месяца, не раз в год уже, каждые два месяца, делать вечеринки. Вот. Хорошо, ну вот как я, человек, который не имеет никакого отношения к КПР, могу ощутить Бразилию? Да очень просто. Как, с помощью чего? Да очень просто. У нас будут наши день рождения, у нас будут наши семинары, где мы будем потеть, там учиться КПР, техника, приедут инструкторы из других городов. Ну это для КПРистов. А для минчан мы делаем вечеринку, вот лов-кафе, где приглашаем всех... Во-первых, познакомиться с капоэрой, то есть мы сделаем настоящий перформанс там в центре клуба, все могут встать в круг, наши эти инструменты, выучить пару слов, начать петь. И представляете, там все эти 100-200 человек, когда начинают вот какое-то такое действие происходить, живое, лайв, именно не на проекторах показанное, живое. Но это заряд энергии очень классный. Во-вторых, помимо капуэры, ну это же целая школа, мы развиваем все направления бразильской культуры, которые только умеем, знаем, познакомились. То есть это будут танцы. Танец, например, макулеле, благодаря капуэре дошел до наших дней, он такой дикий, африканский. Он на палках, на мачете даже, на ножах. Вот ребята там и парни, девушки в таких соломенных юбках. Это не травмоопасно? Иногда бывает, если там нож улетит куда-нибудь, может быть и травмоопасно. Внимание, публика, вас ожидает. Но помимо того, что, да, помимо того, что мы это покажем как номер, мы еще всем предложим это попробовать. То есть будет человек, который на сцене покажет движения основные, все, кто хочет, может попробовать. Потом у нас есть замечательная девчонка Марси, она наполовину бразильянка, наполовину белоруска. Она там 10 лет жила в Рио-де-Жанейро. И она сейчас у нас проводит курсы самбы, вот бразильской самбы и более такой... эпатажно-развратный танец, фанк, фанк-кариока называется, да, то есть для тех, кто любит ощущения немножко поострее, то есть будет каждый час новый танец представлен, то есть час капуэра, час макулеле, час самбо, то есть она со своими девчонками, которые у нее занимаются, тоже будет выходить на сцену, будут двигаться сумасшедшие, интересные, все могут это повторять. Ну вот вам и настоящее лето среди зимы, если что. Но хорошо, это все день рождения, это прекрасно, но 8 лет это довольно долгий срок, наверное. Наверняка есть какие-то, может быть, новые тенденции, которые приживаются в Беларуси. Может, какой-то сейчас появился новый тренд в этом отношении. Да и вообще, вот у меня всегда был вопрос, с чего вдруг белорусу интересоваться бразильской культурой, болеть этим, заниматься этим, вечеринки какие-то устраивать? Для чего? Ну, когда я только начала заниматься капуэрой, то есть около 8 лет назад, я вообще не понимала, куда я попадаю. Но единственное, что я сразу поняла, что наши культуры очень похожи.
они очень похожи вообще состояниями двух стран, да, то есть не очень богатые, какое-то развитие есть, есть свои проблемы куча, но несмотря на проблемы, людям хочется веселиться, да, и оставаться позитивными. То есть история Бразилии, если начать смотреть историю капуэры и вообще рабство, там, унижение людей, запрещение своей айдентики, то есть то, что людям не давали самовыражаться и нести свою культуру, запрещали это, насаждали другую, у нас очень много похожего. И ты, когда начинаешь это изучать, начинаешь в это все вовлекаться, ты понимаешь, что очень здорово, во-первых, быть носителем нескольких культур. То есть вот я люблю белорусское, и я узнаваю бразильское, может быть, даже еще больше белорусское люблю, да. А во-вторых, смотреть, как где-то в других странах делается что-то по-другому. По-другому в плане, вот мне очень нравится, как Бразилии умеют чувствовать, и умеют очень трепетно и заботливо относиться друг к другу, быть очень внимательными. И несмотря на то, что ты делаешь, особенно если ты что-то делаешь, тебе все как-то помогут. То есть не будет вот этого цинизма какого-то, да, или там сразу... Открытость и искренность больше, открытость, да? Искренность. Ну, естественно, разных людей там хватает, страна огромная и прочее. Но вот есть какое-то что-то такое вот святое, что ты, когда ты живешь и понимаешь, что это что-то такое настоящее, что ты не хочешь терять. И вот именно увлечение этой бразильской культуры лично мне помогает вот это вот... вот эту настоящую жизнь всегда вот держать внутри себя и распространять на всех. Вместе с моей замечательной командой, ребятами, которые этим занимаются. Ну, я надеюсь, что все наши зрители и посетители смогут увидеть все своими глазами. Да, вот можете поглядеть. Очень яркие, на самом деле, афиши. Ну, и подробности на афише Тутбай, где, что, когда, лофт. Но все-таки нужно же на любую вечеринку собраться с мыслями, дойти через всю эту зиму. Может быть, есть какой-то такой... такой простой рецепт, может быть, какое-то движение, может, какое-то упражнение, какая-то практика, которая зажигает вот это внутреннее солнце, помогающее вам заниматься вот такими абсолютно позитивными вещами в заснеженной ныне и суровой Беларуси. На самом деле, одну замечательную вещь, вообще много замечательных вещей кругом люди говорят. Ну вот один из ребят из моей группы, он перкуссией занимается, то есть мы там тоже делаем такой оркестр из барабанов, и он сказал как-то замечательную вещь, и я к нему прислушалась. Он сказал, самое классное, что можно сделать в любую погоду, в любой день, это когда ты проснулся, включить любимую музыку и растанцевать этот день. И тогда все, все просто замечательно. Вот я сейчас не хочу показывать какие-то движения, пусть это останется на вечеринках, но просто мой вам совет, не бойтесь свое тело, свои эмоции, вот любовь к музыке, может быть, движением, в себе это как-то, расшевелить, как минимум. Да, как минимум. Спасибо большое, мы продолжим наш эфир, у нас еще множество обзоров. Агата, руководитель школы КПР «Эфикаш», была у нас в гостях. Ну, я думаю, приглашение напоследок уже со всеми подробностями, где, когда, во сколько, явки, пароли. Это воскресенье, Вы уже занимаетесь на своих работах, учебах, потом оттусите на вечеринках, которые обычно ночные. Вот воскресенье замечательное. Вообще в Бразилии это воскресенье, это начало недели, а не конец. Доминго – это начало, они начинают. Понедельник у них такой своеобразный. А понедельник это второй день, да. И то есть начать неделю мы предлагаем с лофт-кафе. Это в 7 часов вечера можно приходить, часик знакомиться, а потом до полночи танцевать, смотреть, знакомиться. Мы все очень открыты, и всегда все, кто приходит на нашу вечеринку, может стать друзьями нашей большой компании. Вот. Приходите. Ну, приглашаем. Мы вам рассказали все, что могли. Еще раз спасибо, Гата. Спасибо, надеюсь, Кать, что мероприятие пройдет хорошо. Ну и с днем рождения, конечно. Дальнейших успехов. Пускай ваши ряды плодятся и множатся, а главное, получают большое удовольствие от того, что вы делаете. Главное, чтобы больше людей в Минске улыбалось. Вот да, присоединюсь.